Я знаю, ты не хочешь разговаривать. Просто слушай. Мне очень больно, Яким. Сердце очень больно. Не проходит. Объясни мне, как сильно ты со своей высоты любишь. Относительно зрительно и можно без зрителей. Ну, я действительно выпил, чтоб не чувствовать, как ты нас губишь. И не можешь решить, умирать или жить тут. Скажи мне, любишь, не любишь ли, сильно, не сильно, как в жизни или дешевом фильме. И нужен, не нужен ли завтракать, ужинать поздно, милая, в эту зиму. Надо решить, чьи мы. Не рассказывай, где была, что ты там делала, тише. Предала ли саму себя, так и не поняла ты. Украшая его кровать, с кем ты привыкла спать. Слышишь? Нет, возьми телефон, ведь во всем виноват я и он. Скажи мне, любишь, не любишь ли, сильно, не сильно, как в жизни или дешевом фильме. И нужен, не нужен ли завтракать, ужинать поздно, милая, в эту зиму. Надо решить, чьи мы. Доживем ли до весны? Мне так надо знать, что менять, кого менять. Или забывать. Чьи мы? Ты меня любишь, не любишь ли, сильно, не сильно, как в жизни или дешевом фильме. И нужен, не нужен ли завтракать, ужинать поздно, милая, в эту зиму. Надо решить, чьи мы.